Там, где в Северной Африке есть вода, у живых пережитков того влажного прошлого есть шанс продолжать существование. Этот оазис подпитывается горячим вулканическим источником. Немного в стороне, от потока почти кипящей воды, прохладнее, и там могут жить рыбы. Это тилапии. Мальки держатся поближе к матери. Кроме обжигающей воды, здесь есть и другие опасности. Особенно ночью. Крокодилы бесшумны. А тилапии почти слепы в темноте. В панике они все выпрыгивают, пытаясь увернуться от приближающегося хищника. Но эта самка не может бросить свое потомство. Крокодилам это не мешает. Они тоже могут прыгать. С первыми лучами солнца крокодилы теряют элемент неожиданности, и схватка на время прекращается. Рыба-мать выжила, но где же ее потомство? Все на месте и в порядке. Они провели всю ночь, укрываясь у нее во рту. Состязание повторится после захода солнца. Отсюда никуда не денешься.